Здравствуйте, мы называемся группа Реквием, очень широко известная в узких кругах. Вот. Это один из первых наших концертов за последние 10 лет. И, честно говоря, мы очень волнуемся, потому что для нас сейчас это выступление сродни выступлению перед какой-то огромной ареной, олимпийским там, допустим. Так что очень будем рады, если вы нас поддержите, если вы простите нам какие-то ваши косяки. Пожалуйста. Мы не очень хорошо себя слышим, постараемся выступить максимально нормально. То есть, если вам даже хотя бы чуть-чуть понравится, вы хлопайте, пожалуйста. Вот. Спасибо большое. Сказанных слов поиграли, шептались судьбой, подходи, ты уже готов, и слез не лей. Не в печати телеграмм, чем прислали нам из дома, обернись скорей. Слышишь, мы поем кострам, эта песня только нам знакома. Мы по траву закончили лгать, сердце рвется, ему тесно в груди, присмотреть. Теперь можешь летать, иди к нам, и вставай впереди, и слез не лей. Нет печати телеграмм, чем прислали нам из дома. Обернись, ей, слышишь, мы поем кострам, эта песня только нам знакома. Нашлось там внизу, под холодной золой помолись, что лежать не пришлось, и слез не лей. Не в печали телеграмм, чем прислали нам из дома. Обернись скорей, слышишь, мы поем кострам, эта песня только нам знакома. И слез не лей. Нет печати телеграмм, чем прислали нам из дома. Обернись скорей, слыша! Спасибо. Спасибо, народ. Нормально ли нас слышно? Все ли хорошо? Все отлично, спасибо. Так, что у нас? Давай. Да, эта песня называется «Вдоль липкой мостовой». Она навеяна нашим, моим, по крайней мере, точно любимым городом, Санкт-Петербургом. Я все-таки надеюсь нам когда-то жить. Вот наш организатор Леха, он даже думал, что мы оттуда и приехали, потому что у меня написано «Санкт-Петербург», но это на самом деле не так. Мы живем в Иваново пока. Вот. Но песня все-таки про Питер. Давай. Липкой мостовой по ветру проклятый выстрел. Похоже, что со мной я упаду душой, я чистый. Да. Да. Среди пустых газет ветры, чем мы нашли немного, и идем, как на тот свет, прямая, но в тюрьме дорога. Да. Да. Сожгли по
последний храм. Любви потеряны осколки по проходным дворам. Гуляют волки, 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 да. Волки, да. Прощением грянул ливень, прозрением стал для нас. Он жил лишь час, но был счастливым. Печальный ветер взял меня с собой.
облака и слез, слезы из вина. Как сказать прости, не сойдя с ума? Может, не всерьез кто-то, но не ей, не задав вопрос, заберет тебя в облака и слез, слезы из вина. Как сказать прости, не сойдя с ума? Может, не всерьез кто-то, но не ей, не задав вопрос, заберет тебя, заберет тебя. Песня, отсылающая нас к Первой мировой войне. Мы не милитаристы ни в коем случае, просто в Первую мировую войну воевали такие, ну, на вооружении стояли такие огромные корабли, которые назывались дредноуты. Про них сейчас, ну, практически забыли, но это было действительно, они были действительно великими, огромными кораблями, и вот именно про них и про людей, которые воевали на этих кораблях, мы сочинили песню. Смотрит судьба уход, значит, поймешь и ты, сколько прошло с тех пор. Видят они с высоты, они с высоты. Яркий до боли свет, вихрями тех огней снятся им много лет. Тени седых кораблей, тени седых кораблей. Thank you.
пустой, помер до слёни Станет на двоих для нас с тобой.
Следующая песня называется «Маруся». Это последняя песня, которую мы исполним сегодня. Она довольно-таки новая, но она тоже про любовь, про верность. Ну еще про что-то. Развелась тоска в небо русское, и ветва вода в реке маяться, а там за рекой что-то мутное, мир ломается, жизнь ломается. Домой приду без погибели, что за черти не увидели, а там на крыльце вечность мается, ждет меня Маруся, красавица. Белого, две прикошены, наберу пойду вброд несчастью, там, где смерть людей мерит веснами, там, где живы мы Божьей властью. Я домой приду без погибели, что значит не увидели, а там на крыльце вечность мается, ждет меня Маруся, красавица. Как домой приду без погибели, что значит не увидели, а там на крыльце вечность мается, ждет меня Маруся, красавица. Первая гитара — Александр Смирнов. Вторая гитара, или тоже первая гитара — Денис Кляновкин. Ну и Антон. Я домой приду без погибели, что значит тебе впредь не увидели, а там на крыльце вечность мается, ждет меня Маруся, красавица. Спасибо, спасибо, друзья. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Она там есть. А концерт продолжит легендарный, великолепный, самый-самый лучший, по крайней мере, в городе Иваново точно. Ну и один из самых лучших вообще музыкантов, которых я знаю. Проверьте сами, у меня в плейлисте половина Ромы Зотова. Вот, Рома Зотов там. Спасибо. Да, Рома Зотов там в большинстве. Спасибо. Спасибо. Давай, Рома.